Всем привет, меня зовут Виктор, и это продолжение Deus Ex Machina, разделенное человечество. Надеюсь, в этой серии удастся нам зафиналить, ну а если не удастся, то зафиналим в следующей. Ну я надеюсь, что в этой удастся зафиналить. Короче, в элеватор, сюдымп, главный офис, этажом ниже спустимся. Мне нужно спуститься всего на этаж ниже. А чем мы так, почему так долго едем? Если всего на этаж ниже спуститься, а что так долго едем? Что мы тогда так долго едем? Как будто вообще я, блядь, в метро спускаюсь куда-то в подземелье там, в ущелье какое-то или еще куда-то, хуй пойми. Ну точно не на этаж ниже. О, приехали, чё? Никто на меня тут нападать не будет? В центре робот сторидж. Центральный гараж роботов, да? И чё, здесь куда? А, вот сюда. В орех-центр, да? Уходите. Доступ в эту часть здания закрыт. Только для сотрудников охраны. Слейтер меня ждет. Слейтер? Ах, да, конечно. Он сейчас, к сожалению, занят. Срочное дело. А-а, всё понятно. Это уже подставные, да? Здесь как раз по этому делу. Прошу прощения, вы откуда, я забыл? Послушай, я должен встретиться с Лиэмом Стивенсом, вашим боссом. У меня нет времени ждать. Ты не мог бы связаться с ним по радио? Я сделаю даже лучше. Подождите здесь, я лично скажу Стивенсу, что вы к нему пришли. Так хорошо? Так, отлично. Миллер, Макриди, меня отказались пускать. Я говорил с охранником, и он... Что-то явно не так. Макриди, и старого со с тобой связались? Нет. И это, кстати, странно. Черт. Если в здание уже проникли мы... Неважно. Продолжаем работу. Дженсон, зайди в офис Слейтера и узнай, что там такое. Вас понял. Мак, немедленно высылай группу поддержки. Я уже иду. Смотри-ка. Все чисто. Чё хотел? Скуби-ду, блядь. Ебать, тут камера охранных сигнализаций, всякой хуйни. И чё мне тут долго, блядь, стоять, ждать? А? Скуби-ду-би-ду. Может, я автомат возьму и это? С автоматом пойду? Так, ну ладно. Какого уровня первого? Зафиксировано аномалия. Доступ разрешен. Имею право открыть огонь. Имеешь право? А чё не открыл? Имеющий право, блядь, открыть огонь. Думаю, с дарвосовцами потруднее. Угу. Ёптать. Тараканы, блядь, лазят, как эти. Точнее, как тараканы лазят. Бля, надо было дверь закрыть же.
Ждите. Блять, тут похоже... А, это этот вылезет, да? Робот-охранник, если я сейчас на них нападу. А что случилось? А, блядь, она его засекла, да? Это Москва, но люди Марченко в ком сыграем, только вся в крови. Понятно. Да ясно все. Когда это... Ёбаный, блядь, маракак. Сука. На тебя. Ох, нахуй я такой прицел сюда поставил. Так, но охранников я всех тут перебил. Или не всех? Или вот здесь есть Люся, которая... Блядь. Они перекрыли двери, да? А, и он стреляет по мне в эту, блядь. Молодец, ничего не скажешь. А, тут... А, блядь, открыть нельзя тебя, что ли, дверь? А... Так, а мне куда надо вообще проникнуть? Получается, я с этим security поздел здесь? Или нет? Стоп. Я, короче, шел, я побазарился. Такой я типа такой, оп-оп-оп-оп-оп, вот сюда, да? Вон туда. Security трон. И тот, короче, типа съебался куда-то отседа. Открой, ёптать.
Давай-ка сохранимся. Здесь ничего нету. Короче, они, блядь, все двери поперекрыли, да, получается, поблокировали. Это надо эту алярму снимать, да? Это надо алярму снять, чтоб... Так, алярма. Туда. Оу. Ясно, понятно. Пометить. О, открыли дверь мне. Или нет? Сука, я думал, дверь открыли. Ну-ка, здесь алярму получится снять. Так, а тут вообще, блин, это... Вон какая она тут запиндозная. Блять, они всех поубивали, суки. Вот уроды. Это говёные. Чип со стволового процессора. Так, и что? О, сколько тут охранников-то. Давай хоть патроны у вас тут пофармим. Так, чё, куда, бляха-муха? На этаж выше показываешь, надо подняться. Сюда? Или чё, не сюда? Так, я на этом этаже, и мне надо вот сюда попасть. Как-то. А как? А вот сюда. Ой, ёбаный, это ж пули. А, я думал, камера. Ебашу, стреляю. Сучка, я-то думал, камера. А хуй-то там, это не камера. Хуй-то там, как говорится, угадал. Так, где я сейчас? А. Это когда я этих завалил. Еще золотая маска, да? Так, это планка. Короче, они взрывать что-нибудь собираются тут или нет? Не собираются. Так, этих охранников. Я ж еще не обыскивал. Это ж получается, я там завалили меня. Или я обыскал их. Вот сейчас обыскал.
саммит сейсмологов. Ёб твою мать. Да ёб твою уж, как ты попадать-то умудряешься, сука? А, у меня эти закончились, блядь. Охеренно. Блядь, пулемет ебучий. Все. Так его, блин, с этой стороны можно было обойти, что ли? Охеренно. Кабинет Сайлера. Это Сайлер? Нет, это охранник Тавроса. Это Сайлер? Нет, тоже охранник Тавроса. И это охранник Тавроса. Все одни охранники Тавроса. А где Сайлер? Зеленка. Так, и что здесь? Выключатель защиты выключено. А. Подожди, если я сейчас включу защиту, то что будет? Комп. Мне, блядь, куда надо-то вообще здесь в кабинете? А, мне надо вот эту хуйню, да, наверное? Включить. Друзья мои, в последнее время мир погрузился во тьму. Но там... где тьма, есть невозможности, и мы не должны их упустить. Мы Praxis. Это те, кто может вернуть миру свет. Кто, если не мы? Мы должны принять эстафету и добиться того, чтобы каждый аугментированный мог жить достойно. Я хочу предложить ДОС. Миллер, Макриди, на мониторах видно, куда еще забрались наемники. Они в зоне обслуживания. Еда там. Я тоже вижу эту зону. Похоже, фальшивые тарвасы попадают в главный зал через охраняемую дверь. Вот черт. Они там везде ходят среди гостей. Угу. Что они затеяли? Почему не стреляют, сволочи? Дженсен, есть там Марченко или Орхидея? Нет. Миллер, можете дойти до Брауна? Я иду к нему, только... Дженсен, нам надо знать, есть ли там Орхидея. Спустись туда, осмотрись. И найди ключ к этой двери. Понял, но было бы проще, если бы я знал, сколько там охранников. Я загружаю их маршруты тебе в глазную аугментацию. Только нам да. Шумиха не нужна. Так что не нужна шумиха, по-тихому. А по-тихому убирать. Срочно выходить к Дженсену. Я найду Брауна и уведу его. Удачи. А Мак тоже будет их по-тихому убирать, или он будет ебашить вовсю? А я там должен только тихо, по-тихо, а я по-тихому должен с ними. Так, куда? На второй уровень? На лифте? А на лифте можно будет на второй уровень?
Лифт же здесь был. Чё, вниз едешь? Откуда его? Угу. Бля, у меня регенки нету, это пиздец какой-то. Так, ну у меня есть эта штука. Вот я сейчас не знаю, мне сейчас ручище активировать, чтоб можно было. Это не то. Так, ёптать, ну-ка. А, вот эту, да? К слабозащищенному. Или там как к слабоукрепленному месту. Так, я в главном зале. Вижу охранников, но у кого ключ-карта, непонятно. Да тебе долго искать не придется. Их всех вынести надо. Нельзя же никого оставлять, так? Угу. Действуй тихо. Я рядом с тобой. Давай, скоро увидимся. Вынуждаешь меня менять планы. Угу. Сегодня из-за тебя придется принести в жертву сотни мужчин, женщин и детей. Из-за твоего вмешательства мне пришлось заминировать жилые высотки. Я могу послать сигнал на детонацию в любой момент. Но если ты прямо сейчас придешь в выставочный зал, возможно, это не понравится. Терпеливым человеком, брат. А я нет! Блять! Макриди, бомбы, они... Я слышу. Не знаю, успею ли их найти, но я уже иду туда. Твою ж мать! Пиздец. А это было задумано так, да, что я провалю это задание? Или можно его было не проваливать? А то я как-то сейчас себя стрёмно чувствую, если честно. Ай, блядь, убили, суки. И главное, взяла и сохранилась, а сучка. А подожди, это же было сохранение, было же это. Ну-ка, загрузить. А если загрузить последнее... С предыдущего автосохранения. Ну-ка.
Давай-ка начнем с предыдущего автосохранения и посмотрим, возможно ли, реально ли вообще будет всех этих 11 уродов бесшумно заебашить. Угу. Друзья мои, в последнее время мир погрузился во тьму, но там, где тьма, есть и возможности, и мы не должны их упустить. Мы – это те, кто может вернуть миру свет. Кто, если... Ну, это хорошо, что вы вернуть свет миру можете. Принять эстафету и добиться того, чтобы каждый аугментированный мог жить достойно. Так, это можно пропустить как-нибудь, чтоб я не смотрел. Миллер, Макриди, на мониторах видно, куда еще забрались наемники. Они в зоне обслуживания. Еда там. Я тоже вижу эту зону. Похоже, фальшивые тарвасы попадают в главный зал через охраняемую дверь. Вот черт, они там везде ходят среди гостей. Что они затеяли? Почему не стреляют, сволочи? Дженсен, есть там Марченко или Орхидея? Нет. Миллер, можете дойти до Брауна? Я иду к нему, только... Дженсен, нам надо знать, есть ли там Орхидея. Спустись туда, осмотрись и найди ключ к этой двери. Угу. Понял, но было бы проще, если бы я знал, сколько там охранников. Я загружаю их маршруты тебе в глазную аугментацию. Только нам там шумиха не нужна, так что убирай их по-тихому. Мак, ты срочно выходи к Дженсену. Я найду Брауна и уведу его. Может, мне надо... Глушак поставить на пистолет тогда в таком случае? А? Y, так, ствол, глушитель, нет. Пойдем. А в лифт Чанский. Ну, с глушаком, если в голову-то попадать, конечно, это... О! А какого хера я не мог в лифте... С лифта начать сейчас? А? Сохранение произошло автоматическое в лифте, блядь. Ну, до этого в лифте не сохранилось. Чё-то я с это... До первого уровня ехал быстрее, чем... С седьмого до пятого я приехал быстрее, чем с восьмого до седьмого. Вижу охранник. И действуй тихо. Я рядом с тобой. Давай, скоро увидимся. Разве не видишь? Вот этого парня крупным планом. Кого меня? Пошел нахуй крупным планом тебе сейчас. Этого парня, ага. Ну, это логичное объяснение. Но велик ли риск, что случится еще один? Интересно, ты ведь его тоже слушал? Проект «Тихая зона»? Полную безопасность гостей сегодня. Проверил. Правда? Не похоже. Thank you.
пока никак. У одного из них должна быть ключ-карта. Обыскивай лучше. Прошу прощения, сэр. Сюда посетителям нельзя. Вы, похоже, опасаетесь, что я раньше времени увижу ваше коронное блюдо. Конечно, нет, сэр. Кроме того, посетители скоро сами все узнают. Теперь прошу меня простить. За что? Я? Откуда вас убивать-то и как? Это что, после каждого может быть сохраняться? Я хуй его знает. Хорошо. Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Блять, и чё? Оттуда полюбоваться на праздник. О, так это голос этого Геральта, ёптать. Слушай, Геральта же этот тоже озвучивал, хер. Чё, деньги давать? Ну ладно, сейчас я дам деньги. Блять. Так, и чё? Ну-ка, подожди, а если я... Я же могу сделать... По-моему, отмычку могу сделать... Электронная отмычка. Сайт искусства
Блять, а как тебя использовать? Отмычка. Так, вот электронная отмычка. На. Ну давай на семерку поставим. Сейчас камера на ход вернется. Может, я здесь смогу что-нибудь в этой комнате отключить, какие-нибудь камеры или еще что-нибудь. Чтобы проще было. Вот так вот, да? Чудесно. О, это тоже глушилку поставила сразу. Так, газета. Чё, кто это? Китайцы какие-то. Или японцы. Security. Так, чё, погнали сюда. Ай, блядь, тут пятый уровень. Ну ладно. Так, и что здесь? Поиск нарушителя. Нахуй, отключаем. Так, ну-ка, подожди, это... Ну, по крайней мере, несколько камер отключили. Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Давай. Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Ну, блять, это уже эти... А, или подожди, это запретная зона, да? 46-45.
Так, здесь пролезть негде. Ну и что? Так, тут хер пойми чё, придется идти сюда. Отсюда я пришел. Так, мне надо еще убить пятерых. Раз, два, три, четыре. А я вижу только здесь четверых на карте. А где пятый ходит, блядь? А, вот он, пятый, все, понятно. Так, первый уровень, давай попробуем сами сломать тебя, первый уровень. Только тут, блядь, хуй пойми, куда... Ну ладно. Без отмычки. Без отмычки обошлись. Ну и чё, а тут? Тупичокс. Так, один здесь. Так, ну-ка давай сохранимся. Блять, пошли. Да я красавчик. Просто лучший, блять. Так, только вот говноед этот, блять. Но он сюда не ходит. Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Лежи здесь. А где твое оружие? Вот. Отлично, так, сохраняемся. Так, и чё? Надо еще нам троих положить, да? Ну там же я не могу его в толпе убить. А вот где-нибудь здесь я его вполне могу ёбнуть.
Сейчас он назад пойдет. Ну понятно, что, блядь. Это у того лысого карта, ёптать. Ну, вопрос-то в том, что... Я ж не могу... А хотя, с другой стороны, почему не могу? Могу же, да, наверное? Так, а вы пиздеть, может, закончите? Дело не в согласии, а факт. Факт в том, что акт о восстановлении человечества спасет много жизни. И принесет нам много денег. И это тоже. Ключ карты у меня. Скоро буду в зоне обслуживания. Как слышите? Миллер! Дженсен, вы там? Эти суки растяжек на лестницах понаставили. Угу. Окей. Берегите себя. Джинс, слушай, нам повезло, что меня тут не завалили после такого шума. Так что ты зачисти весь главный зал, прежде чем дальше идти. Конец связи. Так, а дверь закрыть бы как-нибудь теперь. А, блядь, это ж писсуар. Тут двери нету. Так, а я на первом. Четвертый уровень. Это мне в лифт снова или что? Или пешком, блядь? Как идти-то? По лестнице. Угомонитесь, осло. А, все, это четвертый уровень. Быстро же я сюда попал. Пробрался. Ты должен был сдохнуть, Адам Дженсен. Блять, да какого шлешего-то, ёбаный на сосорок. Сука. Можешь, а я могу перезагрузить сохранение. Сейчас придешь в выставочный зал. Возможно, это не понадобится. Далас, руки. А я могу загрузить вот такую штуку и все. И заново попробовать.
Я разобрался с врагами в главном зале. Там чисто. Понял тебя. Теперь иду в зону обслуживания. То есть он панику это все-таки поднял, да? Так, подожди, мне надо как-то, чтобы без паники они. Чтоб они как-то без паники. Быстро сохранение, да, это ты. А как без паники, блять, его убить? Подожди, может мне инвиз включить? А у меня нету этих. А, нет, вот она, восьмая. В инвизе можешь его ёбнуть. Так, Мак, я разобрался с врагами в главном зале. Там чисто. Понял тебя. Теперь иду в зону обслуживания. Надо отсюда уйти. Так. Так, я понял, короче, в инвизе. И надо не допустить, чтобы этот носился. Тоже его надо будет вырубить, короче. Того и того, нахуй, вырубить сразу. Так, Мак, я разобрался с врагами в главном зале. Там чисто. Понял тебя. Теперь иду в зону обслуживания. Так, ну чё, паники нету, да? Всё, заебись. Так, Meeting Rooms. Это... что-то... Куда, ёптать, надо тут идти-то, блядь. Ну подожди, вот здесь получается...
А, да. Так, Миллер, Макриди, я в зоне обслуживания. Дженсен. Все понятно. И чё? Связь еще от взрыва не отошла. Миллер с тобой говорил? Нет. Миллер, вы нас слышите? Господи, да это какой-то сумасшедший дом. Не удивлюсь, если в воздухе чего распыляют. Ладно, я тебя слышу хорошо, так что держи меня в курсе. Окей. Туда, но прежде надо здесь одного Урукхая завалить. За пистолет спасибо. Что у нас тут? Детали для сборки. Чемоданчик с оружием. Ого. Окей. Закрываем. И идем сюда. Миллер. Макриди, Миллер ранен. Нужна поддержка, я в зоне обслуживания. Дженсен. Не двигайтесь, Джо. Помощь скоро прибудет. Нет. Нет. Оставь меня. Ты должен найти Брауна. Предупредить его. Золотые маски. Они отравили шампанское. Отнесли в переговорную за главным залом. Я хотел их... Хотел остановить. Но ничего не вышло. Используют орхидею. Нужно... Ты должен быть мертв, Дженсен. Но ты приходишь сюда. Приводишь друзей. Вынуждаешь меня менять планы. И чё, и похоже, что это... Вот здесь уже не скипнешь. Не пропустишь и не обойти. Возможно, ты спасешь этих богатых блюд. Да. Угу. Баланс, справедливость. Точно. Все, и Макриди вырубили, да? Ну что? Дженсен, останови этого маньяка. Выработать делегаты. Я нахуй Марченко пойду останавливать, что делать? Просто такие мудаки, они же постоянно будут потом это...
Они же постоянно будут, блядь, потом палки в колеса ставить и... На первый уровень, да? Так, я на пятом сейчас уровне. Блять, это сортир здесь. Но мне, похоже, к лифту, да, надо? Так, а мне надо на уровень один. Блять, а где тут ваш первый уровень-то? Как тут спускаться? Четыре. Ну-ну. Баранки гну. Второй. А надо где-то еще ниже как-то спуститься, блять. А где? Сюда. А все, это первый уровень. Вопрос, выставочный зал только, да, надо добраться. Так, если вот сюда, сюда. Ну. Под угрозой сотни жизней. Всего лишь сотни. Если Браун и его гости погибнут, общечеловеческих прав. Лишаться мир. Мне похуй, чудо ебано. Иди нахуй. Почему ты не пришел? Ты так сильно веришь в гипотезы? Видимо, нет. Ты сделал правильный выбор. Зачем с таким шумом собирать столько жизней? Когда можно донести свое послание куда тише? Чтобы выполнить свою задачу, мне надо убить лишь Брауна и его гостей. И тебя, конечно же. Покажись! Я пришел за тобой, Вики. Только что же опять злодей Виктор, блядь? Виктор. Правда, я слышал, что некоторым она приносит облегчение. Сегодня один. Чем мы будем с тобой драться будем, да? Сможет это. Сможет это что? Сможет это что? Сегодня один из нас сможет это. Стоп, тогда. Так, а нахуй мне электрические? Я очень рад, что ты выжил, брат. Ты показал себя достойным, брат. Ебучие дроны еще, да? Охренеть. И дроны. Выходи.
А зачем я с глушителем дострелял? Так, во-первых, глушитель убираем. Режим огня, пистолет, тип боеприпасов. Блять. Бронированная сучка. Так, ладно. Стой, подожди, ну... Так, ты тоже с глушаком у меня, да? Так, нет, глушитель надо снять обязательно. Ах ты ж! Блять, тут бомба. Так, ну-ка, подожди, оптика. Без оптики, нахуй, будем. Я очень рад, что ты выжил, брат. Ты показал себя достойным братьям. Человек, который пожертвует собой ради спасения многих жизней. Блять. Блять, не туда гранату кинул. Сам себя наебал. Нет, нет, у меня тут ушел. Давно ушел. Ну-ка, подожди, а револьвер, он, блядь, наверное, мощная штука, да? Так, давай мы вот эту штуку на шестерку поставим. Пожертвовать собой ради спасения.
Как тебе в твою тупую башку-то залетело, да? Заебись, а вообще. Ну ты ебаный мадак. Броня, ебать. Да позара нет там. Подожди, когда он в этой хуете, надо в пистолет ставить ЭМИ и патроны. Вот так вот, да, надо. Точно. Мы сейчас в пистолет вставляем вот эти вот ЭМИ и патроны. Глушилово снимаем. Вот, вот сюда вот. Глушилово. Оптику снимаем. Вот эту оставляем. Так, восьмерка. Заряжаемся. Да блять, он чё у него? На него вообще что эта хуйня не работает? У него защита какая-то, это мои удары стоит или чё? Это что-то мне напоминает сражение, как в этом, блядь. Где я там ебашился тоже. Жестко. Рейдж или как она там? Алло, гараж, блядь. Может быть, его можно будет как-то в этих, вот если я там в канализации в этой прятаться буду. Может быть, тогда я смогу его тут захуярить. Да беги ты, блядь. Съебываюсь я, блядь, чё я делаю? Не стою, блядь. Я сначала этих твоих ебучих дронов-гондонов завалю нахуй. Чё, ага. Конечно, сейчас. Я очень рад, что ты выжил, брат. Ты показал себя достойным. Ну да, да. Человек, готовый пожертвовать собой ради спасения многих жизней. А ты где?
Марченко. Виктор. В кого он стреляет-то там? Покажись, хуйня лысая. Ищи. Ты-то сюда не залезешь, да? Сюда-то тебе залезть не судьба вообще. Блять, все равно они меня здесь достают. Что-то даже, блять, в голову ничего не приходит, как его тут. Блять, я ствол забыл снять. Поздравляю, цель заметила тебя. Сука, он сверху лазит где-то, что ли? Так, ну-ка, у меня бронебойные есть. Опа. Ты первый. Так, мне надо хотя бы этих убить.
Так, это он в броне сидит. Так, ладно, мне сперва надо этого уебать. Блин. Ебучий, блядь. Амбал, сука. Так, опять 5. Блять, что ж ты не перезарядился-то? Хуета конченая.
Блять, еще что ли эти автоботы идут? Ебучие. Да, блядь. Ты прав, не могу. Блядь, патронов мало, да? Да и ты бы мог высунуть. Чё ты? Чё ты очкуешь-то, блядь? Опа, 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 опа. Дроны, блядь. Блядь, ХП вообще все закончились, ХП, блядь. Да ёб твою ж мать. Сука, регенься давай. Пиздец, просто столько защиты у меня. Просто патронов уже не остается, блядь. Заметил он цель. Блядь. О, так тут. Не надо было вмешиваться, Адам. Так, тут регенка есть, да? Ну тут, точнее, патроны боевые есть. Блять, а может от этого мудака надо просто убегать было. Я не знаю. Забирай все, сука. А что ты, блядь, ничего не подбираешь-то? Типа всего дохуя у тебя, что ли, да? Бронебойные ББ. Так, револьвер. Это что такое? Транквилизирующие винтовки. Нахуй выбросить. Это ББ патроны к боевой винтовке. Боевая винтовка это... Вот она, отлично. А это что такое?
Шокому пистолету выбросить нахуй. Ты. Пистолету пулемёту. Это стандартные патроны. Это боевой винтовки стандартные патроны. Так, да стой ты, блядь, я еще не все прочитал. ББ патроны к снайперской винтовке. Да ладно. Не хочу. Я заметил Блять, чё, уровень сложности сменить, что ли, или чё, блять? Чё бы легче было, это ж пиздец какой-то. А есть ББ патроны к дробовику? Только такие, да? Ну вылазь, сука, давай уже там. Зачем тебе моя голова?
извращенец. Так, ну-ка, пятый. Ну нет уж. Блять, а я что, домовуху кинул? Сука. Я сам себя взорвал, молодец. Дроны. Ебаные. Так ты... Да я на месте стою. Сучка. Ну двигайся давай уже, ёптать. Сука, хоть бы понимать, сколько тебе еще осталось там. Мудаку такому. Да ладно! Да ладно! Убил этого гондона. Макриди, угроза взрыва нейтрализована. Марченко мертв. Первая хорошая новость везде. Пидорюга конченая. Переговорную, но возможно уже поздно. Я сообщу конец связи. Так, сохранимся нахуй. Да выебывалась тварь конченая, да, блять? Сука. Ну так тут можно было сюда сбегать, спрятаться, да? Тогда. Зачем? Зачем нам было? Я его и там в засаде убил. Ну а хули делать? Сложность максимальная. Как-то ж надо, блядь, этих дураков-то, блядь, побеждать. Читеразеров, хуй. Лазер Минс. Ну-ка, давай. Сперва первый уровень, да? А, ну, так, давай вот сюда сперва попробуем. Ну и без этого. А, это вот, лазерные мины тут можно было отключить все, да, сразу? Турели. Сразу все поисчезло. Марченко убил, и сразу все поисчезло. Охрененно, конечно, просто. О, блядь. Хилка.
Хилка, ну я его без хилки убил. Крутой пиздец, конечно. Этого амбала без хилки завалил. Так, давай посмотрим, куда нам теперь надо. На второй уровень. Я на втором уровне нахожусь. Только нам надо сейчас вот так вот. Оббежать, да? А тут... ну, типа показывает, что мне как-то сюда надо оббежать. А как я... как я туда должен... Алло, гараж, ёптать. Ты чё нахуй? Взрываешься-то, блядь, дичь тупорылая. О. Подожди, ну ты ж мне показываешь, ты ж мне же говоришь, что надо бежать как-то вот туда-сюда. Что, теперь сюда надо как-то оббежать, да? Все живы. И чё, блять, опять сейчас ломай голову, как туда пробраться. Могли бы показать просто проход туда и все. Огня тебе придать надо, да? Ёмное, мне надо... Вот это что такое у нас тут? Делегатов найти. Бля, ну я ж там вроде бегал где-то, пробегал же там, только вот... Так, вот так, если я стою, то... У меня за спиной. Это значит, вот туда надо как-то. Я... Что тебе надо, доебался? Ну, по сути, я бегу вот сюда, в эту комнату, да? Как ты тут? Exhibition Hall? Exhibition Hall. Лестница. Похоже, значит, где-то здесь должен быть подъем туда. Вот только вопрос, где? Да? Это выставочный зал. Вот тоже другой уровень. Уровень 2. И тут вот я не понимаю. Тут типа показывает, что лифт. Или на лифте все-таки надо. Потому что здесь-то, блядь, вот... Ну, мне по сути надо вот туда пройти, а... Тут прохода-то нету. Подожди, а может тут надо какую-нибудь просто... Что-нибудь нажать тут надо и все. Компьютер охраны.
Тут нажимать нечего. Блин, ну или серьезно, надо лифт, а лифт, блядь, где? 3, 4. На четвертом уровне есть лифт. 5, 6. Лифт на четвертом уровне. Так, либо я иду, ищу лифт и туда спускаюсь. Ну, потому что по-другому... А, стой, тут же лестница еще вот здесь есть. А она куда ведет? Где же этот хер что-то все бегал, веселился, там хохотал. Как придурочный. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, блядь. Ну, как бы это... Ну, особо... Особо никуда, да? Подожди, а может тут... А здесь нету этой функции? Типа сильный удар-то... Так, сейчас подожди, вот так. А, ну тут там же на Е, когда подходишь. И там на Е она срабатывает. Да? Взять и пробить там. Ну. Похоже, что тут не то. Пойдем тогда. Пойдем попробуем тогда найти лифт на четвертом уровне. Подожди, может, блядь, тут из толчка, где есть проход. Ну, это женский. Вряд ли из толчка какой-то проход будет. Блин, вот иногда, конечно, такие вот. А это лифт вон там получается, да? Это вот лифт, за стеночкой лифт. И мне нужно к нему найти проход. Без обозначения пути, когда самому приходится искать, иногда это так накаляет, серьезно прям. А иногда хочется просто самому поискать. Я только вот здесь лифт знаю. Но это вообще не тот, блядь. Мне вот сюда надо, к этому лифту. Да пиздец, блядь. Где найти-то этот сраный лифт? Здесь куда мы? Главный офис. Уровень 4. Так. А почему ты показываешь сейчас уровень 2? Тебе нихуя
понять не могу. Так. Толчки тут. Пиздец, я, короче, заблудился конкретно. Ёбаные вы, блядь, вы меня просто, блядь. Подожди, элеваторс. Он показывает, что здесь есть элеватор. То есть он показывает, что здесь есть лифт. Но к этому лифту не пробраться. Может быть, он показывает, что лифт. Где тут лифт-то, ёптать? А. Может, через как-то здесь можно пробраться? Через как-то здесь, да? Ага, все нормально. Так, этих мне убивать надо или что? Блять, я своих, что ли, убил? Ну, извините, мужики, блядь. Я ж не знал, что вы за меня. Тайные агенты, блядь. Взял и убил своих. Капец, блин. А похоже, что нихуя не своих. А тут еще и засада, да, получается? То есть я еще не ото всех избавился. Зачем они говорили, там, типа, убей 11 тел, и все будет в порядке? Я убил 11 тел, и что? Ничего не в порядке.
Инвентарь полон. Так, а что я тут не могу подобрать? Стандартные патроны к снайперской винтовке. Не, это не варик. Стандартные патроны к снайперской винтовке подобрать нужно обязательно. Так, а зачем я еще и боевую винтовку-то взял? Вот эту вот. Кто-нибудь мне сказать может? Так, это пусть будет на 5. А вот это пусть будет на 6. Так. Ревик, пистолет, пулемет, наган. Так, это что такое? Пистолету-пулемету. Винтовки. Блин, такое чувство, что все нужно, да? Пистолет, пулемет, стандартные патроны. Так, а другой, хуй знает, может пригодится мне еще пистолет-пулемет. Так, чё мы? Патроны не берется, да? Свои маски, блядь, везде разбросали. Но мне надо не сюда, мне надо по-любому вон туда щемить. Вокруг, что ли, обошел? Обидно, да, что ничего не видно. Так,
штуки. Бля, лучше идти уже, знаешь, с это. Без всякого стелса, без всего, нахуй, напролом, ебашить и все, блядь, просто. Пиздить их всех, нахуй, там. По крайней мере, тогда будешь знать, что там, блядь, тебя ждет, блядь. А не так, что там шифруешься, шифруешься, потом хуяк. Спалился и все, и тебя там начали мотать. Мотать, шатать, блядь, и еще непонятно, что делать. Охуенно. Я стрелять не могу. Я стрелять не могу, нихуя себе. Вот это да, я себе, блядь, там. Этот козел Виктор Марченко, блядь. Я в него сколько этой всякой хуйней. Ну. Блин. Гады. Сразу, блядь, в броню. В броню, суки, сразу. Переобулись, переоделись. Решили.
Где там еще один был у вас? Да ладно вам. Серьезно, что ли? Блять, лютые твари. Ну давай, один патрон. Куда, сука, спрятался? Вон он входишь, сучка. Сейчас мы тебя... У нас потери!
Ну, бывает. Если на меня, блядь, нападаете. Не нападали бы, и потерь не было. А так все логично, да? А вы, наверное, понять не можете, да, по какой причине у вас потери? Сложно это для ваших мозгов. Да? Угу. Зеленый. Собираемся. Сука, сюда смотрит. Так, что мы рядом? Лифтом рядом, да? Подожди, тут гранаты, по-моему, вон там вон. И что у меня тут? Нету цели, да? Есть, точнее сказать, была цель, и нету цели. Так, а там есть он где-то тело еще какое-то, блядь, недоброжелательное. Ну-ка, я могу сюда, кстати, это вот открыть, да. И что? А тут, блядь, и то, и сё, и сём по сём, блядь. А, все-таки это взрывается, скотина. Я думал, это обойдется, не взорвется. Думаю, типа шумовая. Не, взрывается. Еще как. А вот и лифт. А здесь нету, да? Отключателей. Ну, может быть, где-то они там и есть только.
VIP-зал. А где зеленая-то эта ебота? Я даже не вижу ее тут. Ого. Может, нахуй вас? У меня же есть вот эта вот штука. Семерочка. Все, все мертвы. Да, это же понятно было, ёптать. Я либо сейчас этих бы спасал, либо людей бы убил. Несколько сотен. Открыт режим, новая игра плюс. Подожди, а это что, получается, я прошел, что ли, или что? Я никого об этом не просил. Сложность. То есть это еще более высокая сложность или более низкая сложность? Прага. Одной недели спустя. По всему миру сегодня проходят службы в память о главе Санта Натаниэле Брауне и нескольких выдающихся членах Совета Безопасности ООН. Браун и его гости погибли на прошлой неделе, когда аугментированные террористы атаковали конференцию «Тихая гавань» в Лондоне. Интерпол опубликовал леденящую кровь фотографии места преступления, сообщив, что все могло быть гораздо хуже. Судя по всему, члены коалиции за права аугментированных, разъяренные смертью их лидера, также планировали взорвать жилые башни, окружающие главный корпус Апекс-центра. Не знаю, как вам, друзья, но мне кажется, что он... Нельзя больше тянуть с принятием акта о восстановлении человечества. Люди хотят и имеют полное право спать спокойно. С вами Элиза Казан в прямом эфире на Big News. Раздувают? Да они бензин туда льют. С тем же успехом Элиза могла бы бегать от двери к двери и раздавать всем... В любом случае винили бы КПА. Это стало ясно в тот момент, когда Браун открыл дверь. Если бы он послушал. Слишком заносчивый, чтобы слушать. Он играл по-крупному и проиграл. А ведь мы чуть было не завалили этот закон. Мы чуть было не потеряли сотни невинных людей. А написано 1000. Да, я знаю. Но не потеряли благодаря тебе. Непростой выбор тебе пришлось сделать. Это. Если бы я мог спасти их, то спас бы. Жертвовать сотнями ради неясного будущего? Нет, такое решение я не могу принять. Это могло стать нашим лучшим шансом. Теперь придется ждать следующего. Слушай, ты сам знаешь, я на твоей стороне. Я так злюсь, потому что вчера мне написал Янус. Он сказал, что акт о восстановлении человечества уже приняли. Просто выжидают, пока пик нагнетает атмосферу, а потом сообщат. Янус точно это знает. Значит, они добились своего. Уверена, теперь они довольны. А этот кретинский акт, из-за него все станет намного хуже. Сегрегация, насилие — это очень-очень плохо. Да, я знаю. У опергруппы будет много работы. Ты ведь не собираешься туда возвращаться? А когда я оттуда уходил? Да брось, тебя хватит. Ты ведь уже доказал, что там все прогнило. Зачем оставаться? Мы ведь знаем, что будет, Алекс. Коллективу нужно как можно больше друзей. И опергруппа не муляж. Ее сотрудники умеют работать. Конечно, не все в организации замазаны грязью. Только те, кто отдавал приказы. Миллер коррумпированным не был. Он был хорошим человеком Кубом. Пойми я это раньше. Я о том, что в опергруппе есть и другие, кому можно доверять. Нужно только определить, кто это. Не могу сказать, что мне это нравится, Адам. Тебе придется страшно рисковать. Я извещу Януса. Он давно ищет способ подобраться ближе к Мандалю
что смогу ему помочь. Только когда будешь с ним говорить, скажи, что если мы пойдем до конца, всем придется работать вместе, включая Януса. Думаю, самое время встретиться с тем, кто носит маску, Алекс. Как ты думаешь? Срочная новость. Сотрудники правоохранительных органов Праги сумели выследить и арестовать создателя бомб, которые ранее на этой неделе унесли немало невинных жизней на станции Ружечка. Эта женщина Элисон Станикова, бывшая военная со специализацией в подрывных работах, а также религиозный фанатик и глава культа под названием «Церковь Бога Машины». Тщательное расследование успешно завершилось арестом Элисон и нескольких последователей культа в их штаб-квартире. С моей точки зрения, это весьма обнадеживающие новости. В отчете коронера, выпущенном сегодня в Праге, содержатся новые шокирующие сведения о смерти доктора Талса Рокера, бывшего лидера КПА. Судя по всему, основной причиной смерти доктора был чрезвычайно высокий уровень алкоголя в организме. Других токсинов обнаружено не было, как и признаков подозрительной активности. Источники, близкие к Рукеру, говорят, что он сражался с алкоголизмом с тех самых пор, как стал публичной фигурой. Мне, разумеется, не стоит и напоминать вам, что основанную им организацию, коалицию за права аугментированных, связывают с жутким терактом в Лондоне, случившимся на прошлой неделе. Кажется, что не так уж и давно в этой самой программе выступал доктор Талас Рукер, пытаясь убедить нас, что коалиция за права аугментированных – мирная организация. Сейчас, конечно же, мы стали немного мудрее. С момента смерти доктора Рукера КПА очень скоро показала свое истинное лицо. После теракта, случившегося на прошлой неделе, ООН официально назвала КПА террористической организацией. Прямо сейчас отважные сотрудники чешской полиции штурмуют контролируемые КПА здания в комплексе Утулек. Вот пример неповиновения, с которым они встречаются. Вы все не так. Не так, КПА? Отстань. Вы же не понимаете, Виктор Марченко не было с КПА. Он пытался убить КПА. Убить наше дело. Но не вышло. Мы сильны. Невиновны, и мы не будем пешками в играх перепуганных богачей, которые желают принизить наши права. Простите, молодой человек, но сдается мне, уж больно много вы протестуете. В отношении криминальной организации Двали сейчас ведется тщательное расследование в связи с ее ролью в лондонском теракте. Улики, обнаруженные Интерполом, указывают на то, что члены пражского отделения организации обеспечивали террористов КПА оружием и логистической поддержкой. Среди тех, кого разыскивают для допроса, есть и Радич Николадзе, лидер пражского отделения Двали. Близкие к нему источники говорят мне, что Николадзе ушел с радаров и вряд ли когда-нибудь найдется. Возможно, это доказательство вины. Присоединяйтесь к дискуссии и сообщите нам свое мнение. Николадзе найдется. Конечно, я уебнул там. Да, ну точно, да. Закончил игруху. Прикольно. О, это ребята, которые трудились над этой игрой. Ух. Хорошая игра, что можно сказать? Хорошая. Ну, блин, вот этих куча диалогов и довольно, ну, как бы... Скучноватая все равно какая-то, как-то она получилась. А так, конечно. Второй раз я бы, конечно, в нее играть уже не стал. Одного раза вполне достаточно.
Не о том речь. Нужно было нам всем сообщить. Поэтому мы и здесь. Волкер, что сделано, то сделано. Канва операции не изменилась с тех пор, как ее определили. Но на местах приходится вносить мелкие изменения. Ну, вы понимаете. Мелкие? Это не мелкие изменения. Интерпол оказался куда активнее, чем мы ожидали. У них новый аугментированный агент по имени... Адам Дженсен. Которому оказывали помощь извне. Мы считаем, это был коллектив Джаггернаут или даже непосредственно Янус. Мы этим уже занимаемся, но... Пока это всего лишь догадки. Давайте узнаем побольше и побеседуем в конце недели. Спасибо. На этом все. Сами виноваты. Я догадываюсь, доктор. Элизабет передает привет. Слушаю. Состояние объекта компенсировано, несмотря на ряд травмирующих событий. Воспоминания все еще соответствуют программе. Он удивительно стабилен. Отлично. Как тесно он связан с Янусом? Очень. Значит, встреча – вопрос времени. Такой задел на это. На продолжение, да, то есть, типа, на третью часть. Ну, как, какая там эта часть по счету будет, хуй его знает. Но задел на это есть, да?
Что, все, конец титрам? Или еще не конец? Что? Максим Сёрс. 30 лет. 29, да. Что-то по-немецки написано, или по-какому оно по-польски. Еще. Так, ладно, блять. А как-то пропустить тебя там, нажать? Скипнуть? Слушай, она, по-моему, не скипается вообще, нахуй, я это... Я не знаю, что тут надо нажать, чтобы она... Или подержать надо? Пробел держу, не скипается. Enter держу. Не скипается. Shift. Нет, Ctrl. Alt. Нихуя, короче. Игра, конечно, пиздец, блядь. Пока, сука, пока все титры эти не пройду, блядь. Пол серии титры будут. Охеренная задумка.
Это свершилось. Титры закончены. Ух, 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 ух. И что тут у нас теперь? Сюжет. А, новая игра плюс. Что это означает? Не, короче, я не хочу начинать больше ничего. Я так просто проверил. Ладно, что, на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.